Нет. У нас и не было резкого разговора, но она прекратила со мной разговаривать. А как я ее донесу? Разговаривать нельзя. Колаборант. Вони підтримують нас, тобто знають, що це погано, це invasion, тобто та, вторгнення. Але ну, якщо ви вважаєте, що там треба їх агітувати, там, виходити на вулиці, там, то так не працює. Ні, неможливо. Хоч я намагаюся до сих пір, посилаю все, що можу, реакції нуль. А наші друзі одразу за Україну були. Ми не спілкуємося з тими людьми, хто був проти. Ми не спілкуємося зовсім. Ні, не вдалося. Мені також знаю, що це винувата Америка всьому, не Росія. Я позвонив, попав на брат. І лучше п'ясню, не общатися. Через брызги слюн я только слышал, бандеровцы, вы себя плохо ведете. Вот когда мы вас перегнем, вы у нас весь лес вырубите. Они считают, что нам не все показывают, что мы не все знаем. Частично удалось донести, но, скажем так, между тем, чтобы разрушить семейные отношения и донести во что бы то ни стало правду, мы выбрали первое. У нас много друзей в России, которые против всего этого, но они боятся. А они знают всю правду и прекрасно понимают все процессы, которые происходят. Половина из них выехала, кто-то живет в Канаде, кто-то остался в Москве. А я с ними не спілкуюсь с 14-го. Нет. Пару раз це було справити, це марне. Пропаганда. Пропаганда робота, і це неможливо. Не общаємося. Безполезно. Зазомбіровано конкретно. Безполезно. Не вірять. Удалили. Абсолютно вже нема ніякої змоги, ніякого бажання щось пояснювати, доказувати. Вони живуть свої парадигми реальності, ну пусть там і лишаються. Вони не розмовляють. Они ничего не понимают, они только затурканы, понимаете, вот этим телевизором их, что просто бесполезно с ними разговаривать. То есть я забыл их, вычеркнул из жизни, все. Хороший русский, я не знаю, нужно это говорить, мертвый русский. Потому что с тех пор, когда они ставили нам в спину нож, я понял, что это они нам не братья. Они и не были никогда братьями.